Итак, друзья, в данном видео вы увидите, в каком виде к вам должна прийти купленная вами радиостанция. То есть, что должно быть в коробочке. В конце фильма я покажу основные характеристики и основные параметры радиостанции. Ну а в ходе того, как вы будете смотреть, я расскажу, почему я выбрал именно эту модель. У меня давно была мысль поставить радиостанцию в автомобиле так, чтобы ее не было видно. То есть запихать куда-то либо под сиденье, либо в подлокотник, либо в переднюю панель полностью убрать, наружу вывести только разъем для подключения тангенты, и чтобы полностью была управляемая рация с тангенты. Соответственно, и индикация должна была быть на тангенте. Проанализировав массу радиостанций, сразу скажу, что основные из них очень дорогущие, я выбрал вот эту Optim Apollo. В комплекте идет 5-метровый шнур, удлинитель для тангенты. В машине в любое удобное место вы ставите разъем, который идет в комплекте для подключения тангенты. И радиостанция незаметно стоит в вашем автомобиле. Сели, достали из подлокотника тангенту, включили в разъем, и вот ваша радиостанция, полностью рабочая. Также внизу под видео я дам ссылочку на мой опыт установки этой радиостанции на автомобиль, о том, как я сам изготавливал крепление для антенны, а также, что произошло после того, как я убрал штатный антенный кабель и поставил более дорогой кабель. Сами увидите, какой стал после этого КСВ. То есть все эти замеры, процесс установки будут в видео, ссылки на которые я дам в описании. Так что приятного просмотра, я надеюсь, что это видео будет полезно всем. Сразу скажу, что данная радиостанция уже побывала со мной в двух дальних поездках и показала себя очень отлично. Очень удобная, все четко слышно, меня четко слышит. В общем, проблем никаких. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.